Молодой человек признает свою роковую ошибку. Хотели повеселиться, а дело обернулось трагедией. В результате теперь он на скамье подсудимых, а его приятеля уже больше полугода как нет в живых. В ходе судебного расследования установлено, что 30 июня 2015 года пятеро несовершеннолетних жителей Тюлькубасского района взяли автомобиль «Мазда», принадлежавший отцу одного из них, и поехали кататься. За рулем находился подсудимый. Рядом с ним сидел сын хозяина машины. Сзади находились еще трое подростков. На трассе рядом с аулом Акбиик, превысив скорость и не справившись с управлением, водитель «Мазды» совершил столкновение с «Тойотой Камри». В результате погиб сын владельца «Мазды». Остальные участники происшествия отделались различными травмами, не опасными для жизни. Подсудимый был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, что предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Однако с учетом несовершеннолетия подсудимого, его первой судимости, чистосердечное раскаяние, положительных характеристик, суд считает возможным не применять к нему уголовных мер наказания. Суд обязал родителей подростка более ответственно подходить к воспитанию своего сына, а самого парня неукоснительно соблюдать все установленные законы и нормы. В случае, если он вновь совершит какое-либо правонарушение или преступление, на прощение рассчитывать ему уже не стоит.